Да, говорю, тут люди общаются вообще бесконечно. Бабушки обожают посидеть, поторговаться. Все продают, все, что хочешь. От кофе до чайных ложечек. Бабушки, говорит, висела все время эта ветка сливы, говорит, у меня такое ностальжи. Там, правда, кружка с горошком была, но не важно. Извините, подскажите, к нам к воде выйти так. А-ля Самарканд. Новый дом так повесите, все играет. А, нет, это не то.